Так, запели, запели. Ешьте. Рыбки не привезли в магазин вам? Нету рыбки. На, Симочек. Ешь. Самый аккуратный. Финки надо сложить с высокими бортами. Выгребает все с тарелок. Ешь, ешь угольку. Холодно сегодня. Всю ночь дождь шел. Опять гроза такая была. Все мокрое, такое холодное ветрище. Зато не поливать опять. Шикарно. Мокро все. Что у вас сегодня шикарный ужин. Поступила гуманитарная помощь. И большой привет Уголькову поступил. Хозяйка приедет, не узнает его в зиму. Скажет, кто это такой, такой толстый кот? Это Фима? Скоро больше Фимы будет. Интеллигенция. Тебе, дай бог, будет сегодня тихо. Хочется отоспаться. Не все ж бояться. То грозы боишься, прислушиваешься. То вперемешку с грозой. А нам пишут, в городе все спокойно было. Все спокойно было. Да-да, слышали мы спокойно. Не очень-то и спокойно. Фима. Бессовестный. Фимка. Ты уже... Все, всем одинаково. Ты видишь, Сима интеллигенция. Не может так быстро лопать. Да-да-да. И здесь надо проверить. У всех по очереди. Теперь ваша очередь, да? Яйца где? Где яйца? Где яйца, товарищи? Все, там еще он стоит. Что ты харю моешь? Чистый, чистый. Самолет. Куда полетел?